Приветствую на своем канале. Сегодня у меня была большая закупка продуктов. Обычно продукты я закупаю раз в 10 дней или раз в 2 недели. И трачу довольно-таки приличную сумму на продукты, чтобы не ходить каждый день в магазин. Единственное, каждый день хожу за хлебом вот в магазин у дома. А так основные продукты мы набираем вот на 10 дней, на 2 недели. Но сегодня я хочу показать только те продукты, которые я купила в магазине Доброцен, потому что сегодня была приятно удивлена, во-первых, ценами в этом магазине, во-вторых, ассортиментом. Очень много хороших товаров, что меня очень удивило. Большинство товаров мы уже опробовали, все очень вкусное, качественное, поэтому однозначно буду рекомендовать эти товары к покупкам. Ну, во-первых, приобрела вот такие конфеты, батончики Ротфонд. Я очень люблю эти батончики. Я их уже раза 3 заказывала на Валберис, заказывала на Озоне. И хочу вам сказать, что на Валберис и на Озоне они в 2 раза дороже, чем в магазине Доброцен. Вот эти полкилограмма мне обошлись. У меня здесь лежит чек. Я буду смотреть в этот чек и называть все в тенге. Это город Семей, бывший город Семипалатинск. У нас все здесь в тенге. А чтобы получить российские рубли, надо эту названную сумму разделить примерно где-то на 5. Вот эти конфеты, полкилограмм батончики, я заплатила за них 1135 тенге. 1135 тенге, ну, это, по-моему, где-то 215-220 российских рублей. Я считаю, что это совсем недорого. На Валберис я за них отдавала, по-моему, около 2000 тенге за такие же полкилограмма. Конфеты вкусные, уже попробовали, свежие. Дальше вот такой торт «Шоколадница». Я его тоже беру постоянно, но брала не в магазине Доброцен, брала в других магазинах. Сегодня мы уже коробочку вскрыли, попробовали. Вафельный торт свежайший. Этот торт «Шоколадница», он бывает с разными вкусами. Бывает с арахисом, с фундуком, с миндалем, с орехами, с карамелью. Я взяла вот такой классический. Ну и действительно попробовали. Очень вкусный, очень свежий тортик. В Доброцене этот тортик стоит 584 тенге. 584 тенге, ну это может быть где-то 120 российских рублей. Я говорю приблизительно, потому что эту цену надо делить на 5, я просто не хочу ее делить. Из молочных продуктов купила вот такое отборное молоко 3,2%. В тенге стоит оно 503 тенге. Это 100 российских рублей. Дальше вот такие сырки. Я их тоже беру часто. Очень вкусные и стоят совсем недорого. Беру их даже не для себя, а для своих внуков. Молоко цельное, глубокое. Я считаю, что это самое лучшее молоко. Белорусское молоко. Я пью чай с молоком и вот только с этим молоком. Мне такой баночки хватает на 2 дня. Ну, выходит, да, не дешево, не совсем дешево, но я привыкла пить чай с таким молоком, поэтому с удовольствием беру. Здесь цена была 418 тенге. Даже дешевле, чем в белорусском магазине, дешевле, чем в любом супермаркете. Такую смесь приправ ароматную тоже, в принципе, цена была невысокая, 321 тенге. Даже в магазине Fix Price такие смеси стоят дороже. Ну, какая разница, где взять, в Доброцене или Fix Price? Впервые в магазине Доброцен я увидела в продаже вот такой итальянский сыр рикотта. Здесь объем 500 грамм, состав очень хороший, здесь молочная сыворотка, ну и никаких химических добавок здесь нет. Сыр этот очень вкусный, но вообще он, конечно же, на любителя. Он больше по консистенции похож на творог, но мне нравится. Можно кушать этот сыр с фруктами, с шоколадом, с медом, с орешками. Сыр тоже очень вкусный. Мы открыли, попробовали свежайший. Очень хороший сыр. Кто любит творог и подобный сыр, то однозначно рекомендую. Стоимость этого сыра 1005 тенге. 1005 тенге – это 200 российских рублей. Тоже, в принципе, недорого. Дальше у меня колбасное изделие. Колбасное изделие. Мы ездим специально в магазин Доброцен. Вот раз в 2 недели я покупаю там колбасное изделие –
именно бренда «Папа может». Мне очень нравится этот бренд, и мы постоянно покупаем там колбасное изделие только этого бренда. Никакие другие бренды я в этом магазине не беру. Вот «Папа может» сервелат. Дальше вот такие сосиски копченые тоже «Папа может». Здесь килограмм стоит 1678 тенге. И вот такие сардельки, тоже этого же бренда. Килограмм таких сарделек стоит 1924 тенге. Но здесь чуть больше килограмма. Ну и чтобы получить российские рубли, надо просто-напросто разделить эту сумму на 5. Это вот то, что я купила из продуктов. Ну и, конечно, так, по мелочи, это вот мука. Я ее тоже часто беру. Мука Увелка очень хорошая. Однозначно рекомендую покупки. Ну, как обычно, в этом магазине также дешевая всегда туалетная бумага. Тоже покупаем там туалетную бумагу постоянно. И в первый раз купила вот такие капсулы для стирки. Я их еще не вскрывала. Здесь просто плотно запечатано. Сейчас постараюсь открыть и показать вам. Так, ну вот мне удалось открыть эту баночку. Самое интересное, что здесь все написано на корейском языке. Я специально взяла Google переводчик и прочитала, что это за капсулы. При переводе на русский язык оказалось, что производитель Россия, город Ростов-на-Дону. Вот такие капсулы. Небольшие капсулы. Здесь их всего 22 штучки. Указано, что это суперконцентрированные капсулы. Для несильных загрязнений используется одна капсула, для сильных загрязнений используются две капсулы. Ну, очень удивительно, что все написано на корейском языке. Вот я показываю баночку. Абсолютно все, видите, написано на корейском языке, а производитель – город Ростов-на-Дону. Это очень удивительно было для меня. И стоимость этих капсул – 1053 тенге. Это тоже чуть больше 200 российских рублей. Ну, посмотрим, как они отстирывают. Я сейчас перешла только на капсулы, поэтому экспериментирую, покупаю постоянно разные капсулы. Купила вот такие губки, они тоже в этом магазине очень дешевые. Губки для мытья посуды. Фольгу купила тоже по сравнению с другими магазинами, даже по сравнению с фикс-прайсом, тоже намного дешевле. Очень понравились носочки, вот такие носочки женские. Написано 85% хлопка и 15% эластан. Ну, на ощупь довольно-таки приятная. Ну и самое главное, приятная цена. Стоят эти носки 250 тенге. 250 тенге – это 50 российских рублей. Совсем недорого. Ну и последний товар, который я приобрела в этом магазине – вот такой набор для кухни. Сейчас мы его вскроем и посмотрим, что входит в этот набор. Тоже понравилась цена. Это вот такая варежка для рук и вот такая прихватка. Ну, это 100%, конечно же, полиэстер. Но я думаю, на кухне, в принципе, вещь незаменимая. Я их постоянно меняю, чтобы они всегда были свеженькие, чистые и красивые. Ну и цена была очень приятная. Этот набор стоит 350 тенге. 350 тенге, ну это, по-моему, где-то 70 российских рублей. Совсем дешево. Точно такие же в фикс-прайсе стоят в два раза дороже. Вот такие покупки были у меня сегодня в магазине Доброцен. И всеми этими товарами я очень довольна. Сэкономила, во всяком случае, приличную сумму. Если набирать все это в обычном супермаркете, то это выходит намного дороже. А здесь, в принципе, те же продукты, но цена значительно дешевле. Советую вам этот магазин. Присмотритесь, может быть, кто-нибудь что-нибудь выберет для себя. На этом у меня все. Желаю всем добра, здоровья, позитива. Всем пока-пока. Пока.